Добрый день! Меня зовут Сергей Николаевич Крутько. Я выпускник Крымского медицинского института 1986 года. Был первым организатором студенческого театра эстрадных миниатюр нашего Крымского мединститута в сентябре 1983 года. Всегда с особым благоговением и вниманием относился к работе клуба поэзии вдохновения. Иногда даже сам пытался какие-то стихи читать так потом, по окончании тематических вечеров. Вот. Всегда очень благодарен был, всегда любил, люблю и буду любить Ларису Александровну. Когда-то в 1998 году, к ее юбилею, я написал стихотворение, которое хочу прочитать сейчас, когда мы отмечаем 40-летие клуба вдохновения. Пусть ни автобус, ни вагон в былую юность не вернут. Но я стремлюсь, как в старый дом, в мой медицинский институт. Знакомый с юности вокзал бурлит, шумит, как зоосад. А я пойду в читальный зал, как много лет тому назад. Давно знакомые глаза увидел вновь сквозь 10 лет. Знакомых книжек полоса и в вазе пахнущий букет. Я наслаждаюсь тишиной и светом чистых юных лиц, как будто время стороной прошло через тысячи страниц. Спасибо вам, кариатиды, что удержали эти стены, словно кусочек Атлантиды среди развалин Карфагена. Viva Alma Mater!